Здравствуйте. Доброго дня, старший лейтенант поліції Горан Микола Володимирович. Пане водій, повідомляю, зараз згідно статті 40 ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Вас зупинено за порушення правил дорожнього руху, а саме рухаючись на перехресті на імені Ольги Сахарова, ви проїхали на заборонений сигнал світлофора, тобто червоний. Пане водій, чому порушуєте правила дорожнього руху? Та я нічого не нарушав, я автомобіль мене об'їхав, два автомобіля спереді мене поїхали, загорівся світлофор. Вони стояли, ви проїхали. В смислі, як це вони стояли? Вони стояли, ви проїхали. Да, даний автомобіль взагалі ззаді мене був. Вроде. Це впереді є, в нас ведеться... Ні, як це впереді він був? Впереді мене, стояв чорний автомобіль. Пане водій, передивіть посвідчення водія, реєстраційний та страховий полюс для перевірки. А зачем вам страховий полюс? Для перевірки, оскільки вас зупинено за порушення правил дорожнього руху. Ну, поки місце, це тільки ваші слова, тому що я говорю, чуть-чуть друга ситуація була, ви мені другу ситуацію говорите. Давайте ми посмотримо, що із цього... Покажу Ні, смотрите. Для начала вы предоставите доказательства моего правонарушения. После того, согласно 251 статье, мы будем уже смотреть документы и прочую, ну, прочая процедура. Потому что на данный момент вы меня обвинили, а я говорю, что я не нарушил. Вы говорите, нарушил. Для этого вы должны предоставить мне доказательства. И если это так, это... Евген Анатольевич, отдайте видеофиксацию. Возьми сибись в Акуру. А? В Акуру сибись. Будь пассажиром. В Акуру у меня? А я? А ты его ушел. Ага, понял. Пан он мне сказал, говорит, сиди, жди, сейчас буду. Больше ничего не сказал. Ребят, вы не против, я на этой машине поеду. Хорошо? Пан, я не могу, дивиться, водитель отъехал. Он уехал? Он отъехал, куда он уехал? Вы, я понимаю, административное дело рассматривали? Да? Так, мы не завершили розгляд. Как вас зовут? Горан Микола Володимирович. Микола Володимирович, скажите, вы с кем это дело рассматривали? Ну, вы с кем? С водителем рассматривали, правильно понимаю? А где он? Пане водитель, залишитесь, пожалуйста, автомобиль. Предъявите документы, да, что вы имеете право открывать данный автомобиль. Хорошо, я предъявите. Смотрите, пожалуйста. Ваше посвечение. Соответственно, я вам покажу. Можно взять? Нет. Поверни в другом боку. Да убери это. Я сказал снимать. Да вон у меня камера стоит. Да ладно, давай ему уже. А можно мне удостоверение вернуть в руки? Спасибо. Если у вас есть вопросы, меня спросите, я вам отвечу. У вас ко мне есть какие-то претензии? У вас особо... Я проверяю, что вы имеете право открывать. Убедились? Категория есть? Регистрационный документ соответствует? Машина принадлежит моей... мне, это моя собственность. Хотите по секрету? Можно я заберу это? Я вам по секрету расскажу, что было не так в ваших действиях. По секрету.
между нами мальчиками. Вы, когда водителя кого-то оформляете, вы не должны терять его зону видимости. Вы сейчас потеряли нарушителя, нарушитель у вас сбежал. И в этом прямая ваша вина. И вы должны за это понести ответственность, а не водитель. Вот и все. Это просто-напросто мой вам совет. Если вы что-то делаете, всегда будьте рядом с человеком, с которым вы разбираетесь. Вот и все. Вы сами прогавили своего нарушителя. Пане, вы не зачекайте хвилин. Я почему должен чекать? Зачекайте, будь ласка. Я... Это просьба ваша? Я, извините, ее отклоняю, я поехал. У тебя ключ. У тебя. Балбес. Да вообще так прозевать.